Умеешь говорить? Я найду, пока у него в группе, блядь, есть. Спасибо, Дашуля, огромное тебе за 1000 креветок, блядь. Спасибо огромное. Короче, я пока чуть-чуть про свой завтрак расскажу. Мне пришел Макслер Витамен. Это витамины, аминокислоты, ёбнутый комплекс, короче. Всем похуй. Таблетки, область применения, дополнительный источник витаминов, микро... Макроэлементы биологически активных веществ. О, все, подожди, ну завали, ну пожалуйста, пиздачок. Мне как будто снова 18, и ну тебе бойся. 18, но опять ни слова. В голове, туман. Я схожу по тебе с ума. 18. Твой телефон на мьюте, стерты все сообщения. Все равно не забудешь, даже если ты заблочишь везде меня. Я такой веселый уебан, когда хоть на момент смотрю в твои глаза. Я тупею где-то весь раз, когда в моей руке лежит твоя рука. Мне как будто снова 18, кинул тебе бойса. Ладно, понятно. Ну, в смысле, прикольно. Не, короче, я послушал вот это, ларек с Манвок, или Монвок, я не знаю, как правильно. Мне не особо понравилось, а вот это второй 18 я еще первый раз слышал, мне пиздец зашло, ой, правда. Ой, как вам трек? Мне от зашел. От 1 до 5. Про 18 мне зашел, блядь. Это охуенная лирика, очень приятно такое даже слушать в машине. Вот, я надеюсь, что у Славы все залетит, и в ТикТоке, блядь, и вообще везде залетит. Уже все залетело. Да, потому что, помнишь, мы сегодня из первых, кто агитировал на том стриме у Славы, то, что, за то, чтобы он музыкой занимался. Он еще начинает, блядь, поэтому любая поддержка будет вообще с кайфом ему. Поэтому поддержите Славу, блядь, слушайте его треки, ребят. Вот. Ну, ничто нету лучше, чем... Лил Кристалл и Фидул.